Наконец-то выходной денек. И наконец-то прошел ливень, а это значит, что можно выходить на старые дороги. Ха-ха! И поэтому я отправляюсь искать денежки. Так почему же я так ждал дождя? А вот почему. Вот черепушка, вот черепушка. Вот черепушки две лежат. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. И сегодня первой находочкой, к сожалению, свинцовая пуля. И наконец-то вкусненький сигнальчик. Сейчас я его покажу. Вот как выглядит вкусный сигнальчик. Ладно, копаю. А у нас сегодня вот такая вот. Где она? Вот она, монетка. Ого. Сейчас я ее отмою. Посмотрим, кто это. Ага. Ясненько, сейчас буду оттирать. А это деньга. Вот она, моя прелесть. Ха-ха. Деньга. И 1734 год. Дорожный вариант, естественно. Но все равно очень даже приятный вариантик. Моя прелесть. Пускай отмокает. Есть! Еще одна чешуйка. Моя прелесть. Вот она. Чешуйка. Кстати, звучало как пробка, но почему я ее выкопал? Потому что она была, точнее он, сигнал был очень ровный и похож был на советские 5 копеек. Итак, демонстрирую. Сигнал вообще просто. Понятный, непонятный. Вот так чешуйка. Сейчас я ее отмою. Сейчас я тебя отмою. А сохранность-то какая? Все шрифты, все видно. Я не так держу. Значит, тут написано царь Федорович, я вижу. Скорее всего, такая же чешуйка, как и в прошлый раз, которая попалась мне здесь. Но это вообще в отличной сохранности. Просто потрясающе. Вау. Сейчас, кажется, ябанет. Так что от машины далеко не отхожу. Трусь вот по этим колеям. Ёжик. Ёжик. Сейчас дождячок пройдет и оголит новые камушки на дороге. Итак, попробуй угадай. Вот эта старая дорога, это или это. И только кусочек керамики может подсказать направление. Тоненькая керамика.
Так, в общем, не смог я распознать в этих дорогах нужную. За вторую попытку. Разглядел я в траве вот такую, типа, как бы колеи или опашки. И удалось обнаружить осколочек колокольчика. Вот, жалко, что не целый. Вон первый осколок колокольчика и второй осколочек колокольчика. Теперь остается угадать, вот здесь была дорога или здесь. Погода налаживается. Я так и не смог выйти в нужном направлении в очередной раз. Иду обратной дорогой. И половинка крестика. Очень жаль. И вот что-то там цветастое просматривается. Сейчас-ка я его отмою, да посмотрим. Как жаль, а? Цветной крестик был. Ну, в смысле... Эх, жаль, что не целый.